Всем привет! Продолжаем доработку и тюнинг Рема Хобби. И вот, короче, такая фишка. Батарейка у меня дрона, блин. Дрон разбитый, Хабсон Зина. Осталось трехбаночных две штуки батарейки, короче. Вот хочу поставить сюда, а? Как-нибудь сейчас закрепим ее сюда и попробуем погонять. Так, ну вот так вот мы, короче, закрепили батарейку, примотали ее к раме. Батарейка весит больше 100 грамм, это я точно знаю, то есть дополнительную весную морду должно рулиться. Вот, ну и замотал, короче, там платы, шматы, разъемы. Я, короче, это все не влагозащитное, взял, замотал этим скотчем вот, армированным. Ну что, летим на улицу, попробуем, как едет Рема Хобби на 3С. Так, ну что, расходы газа у нас в пол. Рема Хобби не нужна бесколлекторная система. Рема Хобби нужна 3S. Валит вообще, становится неуправляемым. По целине. С батарейки. Тот же подъем, что на 3С залетали. Газ пол. Погоняли, попробовали, короче, заключение. 2S мало, 3S ништяк. Кстати, вот так вот я
тепловентилятором всегда сушу свои машинки после покатушек. Потому что это офигенно, когда она так вот сухнет. Обдувается именно, а не просто стоит на батарее. И даже на бесколлекторной моторе можно на 3S башить, летает, прыгает, короче. Учитывая то, что батарейка тяжелее, то есть вот эта батарейка от Сабсензина Pro, она весит больше 120, по-моему, грамм. Она ее прижимает к земле, она рулится, еще поставить гироскоп — вообще бомба будет. Ну и хотелось бы, конечно же, поздравить вас всех с наступившим 2022 годом. С Новым годом, друзья!